вас на канале СССР GAN.RU. У нас на обзоре Compass LC-288-3. Комплект поставки включает в себя сам компас и упаковку. Изготавливается он компанией Coral в Китае. Габариты его составляют 60 на 54 мм. Изготовлен он из пластика. Данная модель предназначена для установки и использования в автомобиле. Нижняя поверхность самоклеющаяся, так что установить компас не составит никакого труда. Также устройство имеет шарнир, благодаря которому можно отрегулировать угол наклона. Помимо компаса, в данное устройство встроен и термометр, что весьма полезно в автомобиле. Компас отлично подойдет для путешественников и туристов. Купить его вы можете на нашем сайте, ссылка в описании под этим видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был СССР GAN.RU. До новых встреч!